Совет ректоров Приморского края впервые прошел на площадке Приморского филиала Президентской академии. Традиционно мы проводим заседания практически каждый месяц Совет ректоров вузов Приморского края, на которых слушаем важные вопросы, касающиеся деятельности, как правило, всех вузов. Делимся опытом работы. На заседании были рассмотрены вопросы обширного исследования результатов индивидуальной научной продуктивности научно-педагогических работников Приморского края за период 2012-2020 годы и результаты реализации федерального проекта «Содействие занятости», нацпроекта «Демография» на площадке Приморского филиала РАНХИКСа, а также возможность участия учреждений высшего образования края в этом процессе. Вопрос чрезвычайно важных – это подготовка особенно молодых людей для индивидуальной работы, предпринимательской работы, как можно. И эту работу большую ведет вот учебное заведение, где мы сегодня находимся, РАНХИКС. Это филиал Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Он на территории Приморского края уже много лет ведет эту работу и получает государственное задание на подготовку и переподготовку специалистов для того, чтобы они могли трудоустроиться и были занятыми. По итогам заседания всеми членами совета было поддержано решение в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда Приморского края выпускников, будущих молодых специалистов, рекомендовать образовательным организациям Приморского края, реализующим программы высшего образования, активизировать свое участие в федеральном проекте «Демография» в рамках взаимодействия с федеральным оператором РАНХИКС через площадку Приморского филиала РАНХИКС.